Севастополь занял 16-е место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Результат официально озвучили на Петербургском международном экономическом форуме. На эту позицию город поднялся с 29-го места. При подсчете учитывались 42 показателя. Ключевые из них – регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка малого предпринимательства. По 20 показателям Севастополь показал рост, а по 10 получил высшую оценку. Губернатор Севастополя, комментируя данные рейтинга, подчеркнул, что на рост работала масса ресурсов. Далее цитата. «Созданная в регионе инфраструктура поддержки бизнеса показывает свою эффективность, например, информационные ресурсы, в частности, инвестиционный портал и портал центра «Мой бизнес» были оценены высшим баллом. Это заслуга команды и обратной связи от наших предпринимателей. Поздравляю с уверенным ростом в национальном рейтинге всех причастных. Безусловно, нам еще есть куда стремиться», – заключил Михаил Развожаев.